Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать на канале Веселый Инженер. Меня зовут Андрей, и сегодня тема нашего очередного видеоурока будет называться «Боковой зазор и межосевое расстояние зубчатых передач». Да, мы сегодня поговорим именно вот про эти вот две составляющих любого механизма, а именно боковой зазор и межосевое расстояние. Потому что зубчатые передачи, они помимо того, что, как вы все знаете, имеют зубчатый венец, но также необходимо рассчитать монтажные, так называемые, все расстояния, которые позволят нам долго и успешно эксплуатировать данные передачи. Не забывайте, что у меня есть группа ВКонтакте «Веселый инженер», телеграм-канал «Сообщество инженеров», где вы сможете спокойно пообщаться со своими коллегами, а также получить много интересной информации. Все ссылочки сразу под видео. Переходите, а мы едем дальше. Итак, на производстве. Как же происходит вообще, что на производстве, да? Ну, на производстве происходит как? Вот этот красивый мужчина, да, собирает редуктор. Видите, редуктор громадный, да, двухступенчатый. Но дело в том, что есть абсолютно разные конструкции, да, редукторов. Многие видели всякие зацепления, это цилиндрические, конические, какие-то червячные редуктора, да. Но в каждом из этих редукторов есть то, что их объединяет. В каждом редукторе есть боковой зазор, который есть между шестернями, ну, за исключением, может быть, только червячного редуктора. А этот боковой зазор необходим для комфортной перекатки и работы зубчатого венца. Есть более простые, есть, видите, такие более сложные механизмы, но все равно классика, так сказать, остается классикой, и без бокового зазора работать шестерня не будет. Многие, конечно, до сих пор считают, может быть, сейчас посмотрят мое видео и поменяют, да, свою точку зрения, что можно шестерню до упора их свести вместе, чтобы они крутились между собой, и они будут работать. Да, они будут работать, более того, они будут работать достаточно долго, но намного меньше, чем они бы работали при нормальном боковом зазоре и межосевом расстоянии, и будут работать громко, шумно и неприятно. Итак, ну вот если взять, к примеру, где же все-таки боковой зазор, да, что такое межосевое расстояние, хоть и тема такая достаточно, ну, мне кажется, простая, ну, может, для кого-то будет и не очень. Боковой зазор, да, боковой зазор возникает у нас здесь. То есть боковой зазор, он между боковыми поверхностями, эвольвентами зубчатых венцов сопрягаемых шестерен, вот так можно сказать, вот этот возникает боковой зазор, не возникает, вернее, а мы его должны обеспечить. Также есть межосевое расстояние, которое между осями также сопрягаемых шестерен. А боковой зазор мы сможем отрегулировать, дальше мы немножко подробно рассмотрим. Ну, давайте продолжим. Итак, боковой зазор. Собственно говоря, боковой зазор, как вы видите, если взять такое обычное, да, классическое зубчатое зацепление, то вот если одна эвольвента прилегает плотно ко второй, а вот этот зуб еще только стремится войти в зацепление, вот остается у него вот такой вот зазорчик, да, вот это расстояние называется боковой зазор. Мы далее рассмотрим даже, как его правильно измерить на редукторе. Ну, вы, наверное, тоже часто видите вот такую картину, да? Вот так крутят, люди смотрят, ага, как она крутится, нормально, ненормально, да, то есть вот так. Видели такое? Если видели, то значит вы имеете какое-то отношение либо к ремонту, либо к производству. То есть такие механизмы вам знакомы. Вот этот человек вращает, чтобы типа определить боковой зазор, но это не совсем правильно, мы дальше рассмотрим. А пока боковой зазор обеспечивает небольшой люфт-поворот зубчатого колеса в передаче при заторможенном или неподвижном втором колесе. Вот видите, здесь, когда происходит такое вот вращение, то и ведомое колесо, и ведущее вращается. При таком варианте определить боковой зазор невозможно. Как одно из колес должно быть жестко зафиксировано.
Ну, либо просто делается аккуратный замер, либо фиксируется для недопущения погрешности при измерении. Боковой зазор влияет на следующие факторы. Долговечность работы зубчатого зацепления, безусловно. Если бокового зазора нет, зуб, во-первых, сразу будет работать повышенная нагрузка, будет работать так называемый распор, будет появляться износ на боковых поверхностях и впадинах зубчатых венцов. Ну и это будет все сопровождаться характерной шумовой характеристикой вашего узла, будь то редуктор или мост или какой-то другой механизм. Плавность работы механизма. Естественно, если боковой зазор не выдержан, если он отсутствует, либо он маленький, либо он слишком большой, то вы будете ощущать это по работе механизма. Это будет сопровождаться шумом и, соответственно, вибрации. Снижение увеличения шумовой характеристики. Собственно говоря, о чем я и говорил. Естественно, боковой зазор, если он больше, то шум, в принципе, я вам скажу даже из практики, шум будет уменьшаться. Но шум будет уменьшаться до определенного размера бокового зазора, преодолев который произойдет так называемая работа вершиной одного зубчатого колеса по впадине другого, и получится такая ситуация, что будет обратный эффект, шумовая характеристика будет увеличиваться. Но этого допускать не надо, надо делать все правильно. Измерение бокового зазора. Итак, вот смотрите, если вы, к примеру, вот собрали мост, да, или редуктор, неважно, и вот у вас открыта ведомая шестерня, устанавливается индикаторная головка, она ставится на один из зубьев. Но тут важный момент, не здесь должна, не здесь, не здесь, а прочертите приблизительно, да, линию оси вашей ведомой шестерни, да, как вот линия, где находится. И примерно вот в середине на этот зубчик устанавливаете свой индикатор. После чего вы поворачиваете шестерню сюда, так сказать, до упора, и смотрите, какие показания. Потом отводите обратно и еще раз повторяете это движение. И смотрите, насколько отклоняется стрелка индикатора часового типа. Это и будет, собственно говоря, ваш боковой зазор. Это что касается ведомой шестерни. Также бывают варианты, что вот у вас мост собран, вы берете фланец, к которому уже впоследствии будет прикреплен кардан для подачи движения на колеса. На него ставите такое приспособление, которое имеет одну подвижную часть, а одну неподвижную, которая крепится, собственно говоря, на вращающийся фланец. Фланец, соответственно, присоединен с другой стороны к ведущей шестерне. Вот эта шестерня, она, будем говорить, что она блокируется, так как колеса не дают ей нормально провернуться, от руки вы навряд ли провернете. И вы поворачиваете это приспособление и смотрите на отклонение индикатора. Итак, межосевое расстояние, да? Ну, межосевое расстояние, а само название говорит за себя. Вот такая схема, да? Мы здесь что видим? Мы видим две шестерни, указанные схематично, которые находятся в зацеплении. В зацеплении они находятся и имеется вот такое расстояние. А это так называемое межосевое расстояние, которое, ну, расстояние между осями, говоря проще. Итак, ну, когда у нас все нормально, да, когда у нас шестеренки, видите, на нормальном расстоянии, то все оно и, в принципе, хорошо. Шестеренки вращаются, как вы видите, зазор нормально, шестерни вольготно крутятся, и вопросов нету. Ну, это при условии, что межосевые расстояния у нас выдержаны. Допустим, в таком механизме, где, как вы видите, жестко, да, находится посадочная поверхность для шестерен, там это особенно важно. Межосевое расстояние в цилиндрической зубчатой передаче равно полусумме делительных диаметров и при внешнем зацеплении или полуразнице при внутреннем зацеплении. Собственно говоря, формула, да, формула делительного межосевого расстояния выглядит следующим образом. Вот для такого, к примеру, случая. То есть А, вот это А равно модуль умножить Z1 плюс 2, Z2 вернее, то есть мы складываем количество зубьев
одной шестерни и второй шестерни и делим на 2. Получаем какое-то межосевое расстояние, которое мы определили и рассчитали. Далее мы выбираем большее стандартное значение. Как видите, да, они есть. 100, 125, 140, 160, 200, 225 и так далее. Выбираем это вот расстояние. Это для того, что, допустим, если у вас какой-то есть механизм, вы не знаете, какое у вас межосевое расстояние, вам надо его восстановить, то вы можете таким вот простым расчетом это сделать. В редукторах, изготавливаемых в условиях серийного производства, межосевое расстояние подчиняются номинальным рядам в соответствии с ГОСТ. Собственно говоря, эти ряды они берутся из ГОСТ 21-85-66 года. Ну, в принципе, вот такой вот получился видеоурок, поэтому, друзья, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались, ставьте лайки в любом случае, дизлайки, если не понравилось, и пишите комментарии. Пока-пока!